Продолжаем. Мне кажется, вот это еще место надо немножко сгладить. То есть следим за тем, чтобы никаких острых углов, ничего не было. Аккуратненько проходимся. Да? Отлично. Теперь остались уши и хвост. Нос, наверное, еще. Я не знаю, уши делать. Ну, хвост явно это колба. Ну, это понятно. Пошли. Объект мод. Shift A. Нет, не выделяем Shift A, берем колбочку. Вот она у нас. Уменьшаем. Смотрим ее. И вот сюда говорим. Прозрачность включили. Так, и немножечко уменьшить. Чуть-чуть. Что ж такое-то? S. Вот так. Порядок. Тут какая-то косяк. Видите? Не будем допускать этого. Что-то не выбралось, пару полигончиков, наверное, несмотря на все усилия. Еще раз вот так. И теперь сожмем S. Угу. И уменьшим все. Вот сюда. Так вот, хвостик будет нам вполне достаточный. Как я сказал, не знаю, как с ушами. То ли поставить там шарики. Говорю, вот такие колбочки, из них все вытянуть. Давайте попробуем шарики. Так. Мне кажется, с ними легче будет управиться. Мы пойдем с вами мышь, возьмем круглый, возьмем шарик. Уменьшим, подтащим сюда, спереди. Джим. Да, один. Так. И сюда один. С тем, что берем Reset или Transforms. Дальше мы должны с вами сделать mirror.
И вот сюда сделаем еще один сбоку. Смотрим. G. Сюда. Хорошо. Далее мы делаем так. Выбираем это все. Здесь Mirror. Говорим, мы согласны. Остальное у нас не Mirror. Так. Теперь мы говорим вместе с этой Ctrl-U. Оно соединилось, на самом деле нет. На самом деле выглядит вот так. Видите? Это вот хорошо, цвета помогают, когда вот здесь ставим рандом, допустим, да, можем видеть разные цвета. Тогда видно, что соединилось, что нет. Так, ну что ж, тогда, ребят, выделено у нас это все, нет? Да, все повыделено. Скульпт и говорим ремеш. Вот так. Ну и, естественно, начинаем ремешить. Не ремешить, а склаживать туда наши составляющие. Ну и примемся за уши. Так, первое, нам надо вдавить их. Как это сделать лучше? Лучше из этого, наверное, не будет ничего. И смотрим. Вот такие. Хотя, ребят, подождите. Сначала надо сделать размер их. Я думаю. Сначала надо сделать размер. Единицу идем. Они у них большие уж такие. Такие вот. И в эту сторону смотрят. Так она автоматом получается прекрасно. Да, это уши корги стопроцентные. Ну а далее, если нам так повезло, хорошо. Давайте применим маски. Мы с вами пойдем на букву М. Сделаем маленько. Ну-ка, приблизим, конечно, побольше. Вот так. Но. Единица. И вот сюда. Так, и вот здесь. Начнем рисовать. Хотел побольше сделать, наоборот, уменьшил. Ctrl, это наоборот стирать. Я думаю, так будет достаточно. Теперь мы можем после этого сказать Ctrl-I. Выбрать ушки эти. Так, посмотреть, может быть. Тут еще. Так вот. Отлично. Почему она по иксу не так хорошо работает? Странно.
Вроде посередине находится. Ну, Бог его знает. Ладно. Теперь мы пройдем такой инструмент есть. Называется он Inflate. При помощи этого инфлейта мы еще потащим его внутрь. Посмотрим. Я думаю, этого будет достаточно. Убираем. Маску убираем. Alt-M. Так, видим, что тут натворили делов. Ничего, сейчас попробуем убрать. Мне кажется, это перебор. Так не пройдет. Значит, перед этим надо еще один ремонт сделать. Так. Я имею в виду Ctrl-R, Shift-R. Давайте поменьше сделаем, вот, скажем так, на 370, 340. И скажем Remesh. И скажем M. Смотрим спереди. Вот так вот. Так должно быть лучше. Ctrl-P. Ctrl-E. Вот так. И тянем. Здесь нет инфлейт написать. Можно написать, конечно, но зачем это надо. Так, гораздо мягче все произошло. Отлично. Теперь убираем вот это. Хотя... Так, Ctrl-E мы получим, Shift-M, Alt-M, тоже ничего не получил, да? Alt-M, вот так, и аккуратненько теперь здесь, нет, это тут ни при чем, это же у меня стоит на кисти, на инфлейте, нам надо вот этот разгладиватель. Такой разгладиватель нам нужен для этой собаки. Так, смотрим теперь сюда. Замечаем некоторые вещи, которые раньше нам не бросались в глаза. А именно, у нас как бы получился довольно-таки худощавый. Нам надо поправить это дело. Вот это место. А больше. F. Так. И вот. Вот такая у нее голова. Хотите ли вы, не хотите, но голова у нее вот такая. Еще немножко. Так. Теперь осталось с носом разобраться. Круглый он не может быть, да? Но вот таким запросто. Сейчас сделаем. Нет, это мало. То есть вот такой может быть нос. Так, секунду. Вспомнить скряблку. Вот так. Если шкряблку взять, то все получится.
понравилось. Ну, здесь не обязательно. Слишком длинный. Так, стал похож на поросячий немножко. Еще раз пошкрябать сверху. Больше похож он. Так. Здесь еще чуть-чуть. Сравнять вот так. Все. Больше ничего трогать не будем. Вполне достаточно. Такого. Даже ведь. Так, ну что ж, теперь мы можем сказать еще раз ремеш один, наверное. Ну-ка, если мы скажем ремеш один. То есть я намекаю на вот такой вариант. Сейчас, секунду, еще раз. Shift на вот такую клетку в 1000. Говорю, ремеш, посмотрим сейчас, что будет. Вот он так сделался, да? Но зато сюда смотрим it mode, видим, что довольно-таки неплохой у него здесь сделался. И попробуем теперь уже здесь сделать ремеш на 1000. Поглядеть, что это будет. Хотя для этого сначала я сохранюсь. S. Скажу, док 2. У меня один док есть. Док 2. Давайте пробовать ремеш по 1000 смотреть. Так, он говорит, что надо выбрать объект. Ну, а кто возражает? Смотрим. Вот. Чтобы побольше сделал. Нет, отменим. Скажем, ремеш, ну давайте на 2000. Еще раз смотрим. Вполне. Если мы идем в объект мод, то видим такую картину, которая вправе исправить смус. Все. Нам остается поставить глазки вот тут. Они у них маленькие, черненькие такие. Наверное, на этом все. Выглядит совсем неплохо, собаченцы. Что со временем? Ну, управились хорошо. Мышь. Сфера. Поднимаем наверх. Выводим сюда. Уменьшаем. Смотрим спереди. Ставим глазки. Где лучше делать? Где будем делать глаза? Вот тут.
это очень много зависит. И давайте G поставим сюда. Хорошо. Чуть больше. R по яйцу 90, чтобы зрачок она вышел вперед. Вот так. Тут брови еще нам надо сделать. Забыла с артом поработать. Придется что-то там такое нарисовать, если что. Хорошо. Теперь мы говорим, что мы убрали отсюда все трансформации, и можем спокойно сказать, что это mirror. Мне интересно, сейчас можно вернуть скульптинг? И сказать, допустим, а нет, не этот. Вот. Это вернуть скульптинг. Так, и попробовать вот с этим поработать. Draw. Какой-то ужасно. Если сделать маленькое совсем. И попробую тут. Ну, навряд ли это уже все. Опоздали. Опоздали немного. Ну, зато можем здесь еще выбрать. Это можем мы еще поправить, то есть морду лица ниже немножко сделать. Вот так. Все хорошо. Идем. И вот. Ну а тут дальше можем как хотим, можем тут раскрашивать, можем тут украшать, делать брошки, может быть, сделать для нее. Ну вот после покраски выглядит и язычок я тут поставил, брошки добавил. Выглядит очень довольно-таки милый щенок такой. То, что мне и было нужно. Ну что ж, вот на этом мы действительно сейчас заканчиваем. То мы будем строить сцену с девочкой, может на прогулке, может быть еще что-то придумаем. Ну, в общем, что-нибудь придумаем. Окей. Пока, ребята. До следующего видео.